В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения поэта, художника, классика казахской литературы Ильяса Жансугурова. Он внес значительный вклад в развитие национальной поэтической культуры, перевел на казахский язык произведения мировых классиков. В стенах областной библиотеки имени Сабита Муканова прошел литературный вечер памяти выдающегося деятеля. Благодаря ему мы знаем Евгения Онегина на казахском языке. Также таких прекрасных авторов, как Максима Горького, и других, которые писали вообще, тоже были классиками мировой литературы, и, соответственно, он их переводил. Эти переводы сохранились до сих пор, есть даже в нашей библиотеке. Что интересно, этот человек за короткий срок своей жизни оставил очень много богатого наследия. И это наследие читают до сих пор. Сегодня у нас даже будет сценка, с которой студенты третьего курса нашего университета имени Манаша Казыбаева ездили на его родину в Талдыкорган, и там они заняли второе место. Ильяс Жансугуров участвовал в составлении школьных учебников и первого казахского календаря, занимался литературной критикой. Сейчас произведения Ильяса Жансугурова знают и школьники, и студенты. Месяц назад я ездила с ребятами на конкурс в Талдыкорган. Мероприятие как раз было приурочено к юбилею Ильяса Жансугурова. Я представила вниманию жюри авторское произведение, которое посвятила поэту. На конкурсе мы заняли второе место. В 1937 году Ильяса Жансугурова арестовали по политическому обвинению. Поэт расстрелян по приговору тройки 26 февраля следующего года. Почти через четверть века его произведение вернуло к жизни посмертная реабилитация. Память об Ильясе Жансугурове увековечена в названиях многих учебных заведений и населенных пунктов. Валерия Филатова, Александр Янсен, НТРК.